Слава, как родился этот проект? Ну, нам повезло, что этот проект уже до нас существовал. То есть, наверное, в начале этого года OpenStrings Trio решил записать такой диск совместно со струнным квартетом, и они очень успешно с ним выступали в Москве, поэтому, когда на Джазмае этот проект оказался, нам очень приятно, что предложили и нам выступить в качестве квартета как раз струнного. Вот, и так получилось, что мы вот вместе на этой сцене сегодня. По-моему, это очень здорово. Ну, джаз и струнный квартет премьера совместимы? Ну, мы пытались доказать, что это реально. На протяжении всех шести лет, которые мы выступаем, и понемножку вставляя программы некоторые джазовые композиции, но вот такого вот уровня, наверное, впервые мы выступаем. Ну, до этого были опыты с другими музыкантами, работали? Да, мы уже выступали с такими звездами, как Александр Винницкий, как Митинёв, разные инструменты, гитара, банданьон, и вот сейчас наш третий такой масштабный проект вместе с OpenStrings Trio. Кто предложил композиции? Композиции практически все написали участники этого московского трио. Музыка очень интересная, очень разнообразная, по-моему, играем его с большим удовольствием.
Thank you.